Так, друзья, ну все-таки мы заказали сладкое. Вот где мы, принципе. Принципе. Amore, как se chiama принципе? Amedeo. Amedeo. Гостиница. А мы сейчас находимся где-то плюс-минус вот здесь. Да, 7 минут ходьбы. И смотрите, что вот это все коричневое. Вот это все коричневое, посмотреть. Все исторические места. Да, вот здесь вот прям вообще в лесочке, в парке. Так, вот пока вот. Merci beaucoup. Кстати, здесь на французском говорят, очень во многих ресторанах и на французском написано. Марко заказал себе мороженое с шоколадом посыпанное и кофе политое. А у меня вот такой вот. Buon appetit. Adesso proviamo. Ананас. Мило. Guarda fuori bene comunque. И, в общем, все. Смотрю на их тарелочки. Вот с творогом, вареники. Но они соленые, с оливками, с помидорками. У них какой-то супчик. Лица не показываю. Ну, в общем, все. Так. Так, друзья, я попросила разрешения поснимать немножко внутри. 1743 год строения. Вот такой вот потолок. Шикарнейший. Друзья, вот такая вот архитектурное решение. Архитектурное, скажет же. Ой, сколько тут бутылок. Ладно, бутылки не обращаем внимания, обращаем на потолок. Потом вот, видите, это уже позже пробили вот такую щель. И идет труба из чего? Из меди. И в ней провода. Вот такой вот внутри, то, что мы сидим на улице, кушаем. Что у них тут еще есть? Несколько залов, один вот из них. Вот такие вот полы, но они, наверное, не сильно. И вот такие вот деревянные, да? Прохладно здесь, то есть кондиционер работает. И обратите внимание, здесь тоже потолок, он хотя штукатуренный, вот такая вот шикарнейшая арка. Ну, очень. Ну, то же самое, только штукатуренная. Вот видите, вот такой вот ниша, как была там. И вот мы с одной двери зашли, вот здесь вот выходим. И здесь подобный потолок, но оштукатуренный, и провод не углублен, а находится снаружи. Шикарная античная юг. Марокко, Тунис, Север Африки. Вот эта вот стена мне тоже интересная. Давайте потрогаем. Я так предполагаю, что это дерево. Да, это дерево. И вот такое вот во всю стену панно. И, по-видимому, это художник. Роспись художника. Ну, очень интересно. И еще раз.
Но слов нет. Слов нет. Все нравится. И восхищает. Вот. Не то, что там нравится. Восхищает, как это люди, когда у нас ходили в лаптях, здесь сделали такое строение. Это мозаика на входе. GB. Ну вот, друзья, еще немножко дополнения. Все это в одно пойдет. Желаю здоровья, удачи, долгих лет жизни. С вами была Елена Дерегетти из Турина. Вот такой вот античный центр. Еще Марко рассказывал случай о том, что несколько лет назад был в Турино концерт на улице, на главной площади. И кто-то поджег петарду, ну, типа шутки. Паника, люди как рванули, несколько человек погибло и были ранены. Всем пока!